Доброго времени суток, дорогие друзья! Предлагаю вашему вниманию одну интересную вирусную задачу. У нас есть треугольник, который состоит из нескольких фигур, в данном случае из четырех. Первая, вторая, третья, четвертая. Данный треугольник разрезали, фигурки переставили, и у нас получился второй треугольник. Он тоже самое состоит из данных фигур. Первая, первая, вторая, вторая, третья, третья, четвертая, четвертая. И у нас во втором треугольнике появилась клетка, и данная клетка пустая. Почему же так получилось? Откуда появилась данная клетка? Попробуйте решить данную задачу и написать в комментариях. Решение данной задачи будет после того, как видео наберет 100 лайков. Успехов вам в решении данной вирусной задачи. Пишите комментарии. Если понравилось видео, ставьте лайк. До новых встреч!